Входите. Здравствуйте. Егор, садись. Здравствуйте. В чем ваша проблема? Я хочу развестись с этой сучкой. Могу я узнать, кто из вас муж? Я. Нет, я. Я, походу, понимаю, в чем причина ваших проблем. Что ж, давайте посмотрим, что с этим можно сделать. Ну, видимо, вам придется начать все с чистого листа. Я хочу забрать овчарку себе. Как я понимаю, это ваша единственная проблема? Есть проблема. И она очень маленькая. Что ж, вам придется заполнить несколько бумаг и подать заявление о разводе. Что ж, ребята, на этом все. Вы можете прийти в третий отдел и взять нужные бумажки. Спасибо вам большое, вы нам очень помогли, а то я больше не могу жить с этим пидором. Да сам ты пидор! Вот об этом я и говорил! Что ж, вы можете выйти через черный вход.